По маршруту истории. В День Победы в Иванове будет работать троллейбус памяти. Проекту Ивановской городской ученической думы уже 3 года. Вместо кондукторов – чтецы. Школьники и студенты, которые представят вниманию пассажиров яркие отрывки из книг и стихотворений поэтов и писателей военных лет. Необычный троллейбус проследует по маршруту от площади Пушкина по проспекту Ленина через ЖД вокзал Шереметьевский проспект, площадь Революции и, сделав круг, к месту старта на площадь Пушкина. Проехать в троллейбусе времени, окунуться в атмосферу тех лет и вспомнить события Великой Отечественной войны сможет любой желающий. В этом году у нас будет целых 2 троллейбуса. Они будут специально украшены, и в них будут школьники-чтецы представлять произведения, которые они нам рассказывали на литературном вечере, где мы по итогу выбирали лучших, так скажем, и вот уже 40 лучших человек представят свои произведения 9 мая. Троллейбус начинает свое движение от площади Пушкина в 17:00. И у нас будет всего 3 круга совершено, и двигаться, получается, у нас по времени будет до 7 вечера. То есть, соответственно, можно будет вот с 5 до 7 там сесть.